Всем привет! Меня зовут Валерия Нестерова, и на своем канале я рассказываю о парфюмерии. В этом видео я хочу поговорить с вами о базовом гардеробе ароматов. Вы наверняка слышали о таком понятии, применимом к одежде, базовый гардероб одежды. Или какое-то базовое обучение, базовый курс. Везде есть своя база. И в парфюмерии на самом деле есть тоже своя база. И заключается она как раз в гардеробе ароматов. Давайте оттолкнемся от понятия, что же такое базовый. Базовый это значит то, что вы больше всего используете в повседневной жизни. И если исходить из этого понятия, то выделяют вообще четыре основные сферы жизни. Это это значит работа, это социум, социальная жизнь, это отношения, любовь. И четвертое ⁇ это творчество, это то, что вы делаете для души, как хобби, то, что вам нравится. И согласно вот пониманию этих четырех сфер жизни, вашему пониманию этих четырех сфер жизни, и формируется базовый гардероб ароматов это значит, что за ароматы. Разберу поподробнее. Сейчас коснемся понимания женского базового гардероба, а потом расскажу о мужском базовом гардеробе. Значит так, что же входит в основной базовый гардероб для женщин? Ароматы для работы, для карьеры бизнеса. Направление в парфюмерии это древесное или древесно-амбровое. Вторая сфера. Ароматы для любви и отношений. Так как женщина в парфюмерии, это цветок, то это будут ароматы цветочные, возможно немножечко фруктов будет в начале, то есть цветочно-фруктовые или же ароматы, где очень много мускуса, потому что мускус отвечает как раз за нежность, за женственность в ароматах. Третья сфера – это социум, социальная жизнь, это все про прогулки с друзьями, про выходы какие-то э, на улицу, в кино, походы по магазинам. Это ароматы, которые создают настроение на самом деле. К ним относятся цитрусовые ароматы и свежие ароматы. Четвертая сфера – это ароматы для творчества. Ароматы для творчества – это некая фантазия, это то, что отличается от всего остального. В основном это все нишевые ароматы, где новый слишком утрирован, или же какие-то контрастные сочетания ароматов, сочетания теплого, холодного, или же какие-то необычные, допустим, для России это будут экзотические фрукты, ароматы экзотических фруктов. Это все фантазийные ароматы, то есть для сферы творчества. Это базовый гардероб ароматов для женщин, то, что должно в принципе быть в гардеробе каждой, в гардеробе ароматов каждой женщины, потому что так или иначе все эти, всем этим четырем сферам мы уделяем внимание в своей жизни. И обещала рассказать про мужские базовые ароматы. Значит, ароматы для работы для мужчин. Это, конечно же, древесные амбровые ароматы, возможно, с выраженными металлическими нотками, потому что металл подчеркивает структуру, подчеркивает характер, задает некий стержень. А вторая сфера ароматы для любви и отношений. А у мужчин это больше идут ароматы травы травой и также амбровые ароматы, потому что амбра подчеркивает мужественность, мускус наоборот, женственность, а амбра мужественность. А травяные ароматы это ароматы лаванда, полынь а, и тому подобное. А, третья сфера это ароматы для социума. Это, конечно же, цитрусовые свежие ароматы, как и женские. Только у мужчин это более ярко выраженные ароматы, более м, такие... С выраженным характером. Если у женщин, допустим, свежий аромат, это аромат свежих цветов, зелени, немножечко морские, то у мужчин это прям насыщенные ароматы, которые дают бурю эмоций, вихрь эмоций, это океанические ароматы, очень ярко выраженные. Четвертая сфера творчества у мужчин это тоже необычные ароматы, в основном это вся ниша и выражена в основном аспект в древесный ароматы и особенно с пряными нотками потому что пряные нотки дают пикантность аромату вот это базовый гардероб ароматов для мужчин который в принципе тоже должен быть в повседневной жизни так как мужчина также задействует все эти сферы в своей в своей жизни еще хотела заметить что базовый гардероб ароматов да хорошо вот эти вот четыре сферы мы разобрали но все равно в каждой сфере нужно найти уникальный подходящий для себя аромат, который будет выгодно подчеркивать ваш имидж, ваши, возможно, какие-то черты в характере, либо обыгрывать красиво вашу одежду через цвета. То есть аромат помимо критерия, что он должен нравиться, он должен еще помогать вам в достижении ваших целей и задач в жизни, а также как бы создавать, подчеркивать ваш уникальный образ. И тогда это будет, вы будете производить реально классное впечатление уверенного в себе человека. И также будете создавать то особое настроение, которое характерно лишь вам именно в этом образе. И таким образом это будет способствовать достижению ваших целей и задач в жизни. Итак, на этом все. Буду заканчивать. Если видео было интересным, полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и задавайте вопросы в комментариях. До новых встреч. Пока-пока.